Если хочешь о важном, давай о важном. Хотя это понятие так двояко. Одиночество. Это не так уж страшно. Страшно в 21 умереть от рака. Страшно ночами не спать от грызучей боли, что вползает под кожу и ест с корнями. Ты роешь могилу от слов воли. Или лучше остаться с тобой друзьями. Говоришь, как пугающие предпосылки, неизбежности, рока, судьбы, удела. Страшен выбор идти собирать бутылки или сразу идти на торговлю телом. Говоришь, нет квартиры в многоэтажке. Платежи коммунальные, шею душу. Ведь когда-то хватало малины в чашке. Я лучше бабушки нахожу. Говоришь, вокруг дураки и драмы, в кошмарах тупые, пустые лица. Страшно в 9 ребенку лишиться мамы. Страшно маме ребенку не дать родиться. Страшно видеть, как мир себе носит злобу, как друзья обменялись ножами в спину. Если хочешь о важном, давай о добром, как быть добрым хотя бы наполовину. Как найти в себе силы остаться честным, ощутить в себе волю, очистить душу. Правда хочешь о важном? Садись чудесно. Это важно, что ты еще хочешь слушать.